ходил на карате и брал меня на тренировки, на соревнования. И я сказала, когда вырасту, ну там, побольше стану, тоже пойду. И в нашей школе появилась вывеска, что набирают детей, и я пошла в зал. Что тебе это дало? Я стала более уверенной, легко собраться с мыслью и держать себя в руках, управлять собой. Силы, выдержки, достаточно много спортивной подготовки. Егор, как ты узнал, что есть такой каратэ-клуб Кусмыка, и как ты попал вообще на тренировки? Изначально с детства я ходил на тхэквондо только летом, но потом, когда я стал ходить на тхэквондо, меня решили записать на спортивную секцию каратэ. А цель, чтобы записаться, какова была вообще? Научиться защищать себя, повысить физподготовку. А что дало тебе? Только это или что-то еще? Дало мне уверенность в себе, отточило мой характер, и появились новые цели и перспективы. Кирюха, как ты узнал, что есть такой стиль карате в Кусмыкае? Мне нужна была самооборона и физподготовка. Почему тебе нужна была подготовка? То есть цель была только, чтобы повысить свое здоровье. А что тебе дало это в итоге, то есть, кроме того, что... Выносливость, силу, уверенность. В школе как учишься? Хорошо. Отлично. Мешает как-то? Нет. Хорошо, это как? 5-4. 4-5, да? Отлично. 4. Сколько было за последнюю четверть? 2-3. Красавчик.